Дорогие мои, всем доброго и хорошего дня! Сегодня я делаю быстрый, буквально моментальный пирог со сливами. Тесто у меня готовое, слоеное. Вот я кусочек уже раскатала. Здесь, значит, 400 грамм. И еще кусочек у меня вот в разморозке. Сейчас я его, он мне подтает немножко, и я его также раскатаю и буду накрывать им пирог. Сливы. Вот они, сливы, пожалуйста. У меня они были заморожены, сейчас они оттаяли. Буквально 2 столовые ложки сахара. И еще понадобится желток одного яйца. Значит, когда мы раскатали наш пласт слоеного теста, я беру вилочку и вот так вот вилочкой накалываю внутри. Можно сделать свое тесто, но меня вполне устраивает готовое вот это тесто. Я все время его беру, оно мне очень нравится. Вот. И теперь вот так сливки. Аккуратненько я укладываю сливки. Я кладу их вверх открытой частью, чтобы они меньше стекали. И когда я буду посыпать сахарком, они больше в себя впитают сахара. Сливы сами по себе у меня не очень сладкие, а такие, ну, как бы кисловато-сладкие. Неприторные они. Я чуть-чуть добавляю к ним сахара. Если, конечно же, кто-то предпочитает сладкие сливы, то сахар можно совершенно и сюда не сыпать. Вот. Сейчас я разлаживаю сливки. В общем, сейчас я это сделаю и продолжу. Так, сливы я уложила. И теперь сверху, вот так вот совсем чуть-чуть, я посыпаю сахарком. Вот, буквально 2 столовые ложечки. Значит, слив у меня здесь 400 грамм. И слоеное тесто у меня 800 грамм. Вот один листик внизу. Я сейчас отставляю вот готовые у меня уже. И раскатывать буду второй листик. Вот я беру вот так вот. Вот. Просто вот так, видите, как он хорошо поддается, когда он уже оттаял. Вот он так. Ну, в общем, вы поняли меня, да? Сейчас я... Вот так. Сейчас другой листик я раскатаю и сверху накрою наш пирог. Пирог вкуснейший получится. Делается быстро, особенно когда у вас вот свое тесто есть в заморозке, слоеное. У меня слоеное бездрожжевое тесто. А также, если оно у вас готовое уже, купленная, тоже очень хорошо и быстро получится у вас пирог. Были бы фрукты. Но вот у меня очень хорошо идет этот пирог с этим тестом со сливами. Ну вот, теперь я сейчас подровняю. И все. И все будет замечательно. Вот так. Накрою наш будущий, так сказать, пирог. Ровненько все концы сделаем. Вот. И будем накрывать наш пирог. Очень удобно его вот так на листике брать.
поднимаю. Сейчас я возьму пирог. И вот так вот просто накрою. Все. Сниму листик отсюда. И буду формировать пирог. Так, я накрыла пирог вторым листиком слоеного теста. Теперь я вот так вот его защемляю здесь. Так, теперь здесь вот у меня бортики остались открытыми, я их тоже сейчас закрою, чтобы у меня слива, когда даст сок, не вытекла. В общем, я сейчас красивенько все сделаю и покажу вам. Вот остался у меня кусочек теста, который я обрезала, когда формировала пирог. Сейчас я его раскатаю и из него сделаю бортики. Можно сразу, конечно, формировать бортики, но мне удобнее так. Например, так я вижу, как мне их лучше сделать. Так, теперь я вот так вот отрежу по кусочку. И буду здесь закрывать. Сейчас я закрою. Значит, пирог сформировала я. И теперь буду смазывать его яйцом. Сделаю вот такие вот у него штучки опять здесь красивенькие. И все. Сейчас будем смазывать. Немножечко в стороночку. Возьмем яйцо. Все. Белочек убираем. А вот этот желток, то, что нам надо. Мы его разбиваем. Я сейчас добавлю 1 столовую ложечку водички. Вот так, 1 столовую ложечку. Все, теперь смазываем. Весь быстренько, буквально за полчасика все у нас будет готово. В духовке он пробудет минут 25, не более того. Духовка на 185 градусов у нас нагрета. Сейчас я его туда ставлю. И все. Быстро. Можно сказать, мгновенный пирог.
Ничего сложного в нем нет. А вкус вам очень понравится, уверяю вас. Ну все, отправляю в духовой шкаф. Вот и получился сливовый пирог. Быстро-быстро. Так, он уже немножечко у меня даже подостыл. Пробыл он всего 22 минуты у меня в духовом шкафе. И сейчас я отрежу кусочек и покажу, как он замечательно выглядит, какой он сочный. Кусочек такой отрежу небольшой. Видите, как хорошо смотрятся бортики, когда их вот так накладываешь сверху на пирог. Поэтому я их отдельно и делаю. Так, надо как-то достать. Сейчас я бумагу уберу. Это две. Ну, сочный, я вам скажу, просто нектар. Просто нектар. Так, я кусочек отрезала. Чудесный, я вам скажу. Просто чудесный. В меру сладкий он. Вот я из-под низу взяла. Весь пропитанный, вкусный, нежнейший. Сливовый пирог из слоеного бездрожжевого теста. Дорогие мои, я рекомендую вам печь такой пирог. Всего вам доброго. Заходите ко мне. Не забывайте мой канал Family Vlog Пчелка ТВ. Я всегда вас жду. И я всегда вам рада. Пока-пока, мои дорогие.